Мир древних легенд и сказаний. Из той самой серии «Хотите верьте, хотите нет». Как ученые объясняют жигулевские миражи. Мистическая составляющая, она здесь, наверное, больше всего. Откуда возникают широкие столбы света. И чудесным образом судно, на котором он находился, выбрасывает на берег. Кто она, хозяйка жигулевских гор? И кто такая Шишига? Таким образом, Шишига у нас проучила сразу и маму, и ребеночку. Ответы на загадки Самарской Луки в новом выпуске программы «Компас ГИС» 26 июня в 18:45 на телеканале «Самара ГИС».